Привет, с вами я, Супер. Сегодня будем играть в игру. Еще одну игрушку. Я много на самом деле покачал, так, результат апнем и удар. Это игрушка, типа, вот такие штучки собираешь и потом их пинаешь на скорость. Жалко, здесь я монеты не могу собрать. Значит, усиляешься вот так вот. Вначале ты там 1-2 икс делаешь результат, потом 10-20 икс. Потом вот так вот лучше делаешь. И вот я хуже сделал, даже не знаю тут. Ладно, попробуем, давайте. Очень фигово играю, на самом деле, сори. Но запись что-то очень плохо играю, я не знаю, почему так. Не знаю, ютуберы как там справляются сами. То есть, видео записывают, при этом, я не знаю, снимать прям супер качественно, это, наверное, надо уметь. Вот. Что-то вообще не фартит. Наверное, тут будет 50x, может. Вот. Потом вот это усиление улучшается. То есть, типа... Задротская, типа, надо задротить здесь. Я где-то играю, где-то неделю вроде, месяц. Ну, где-то 2 недели назад точно скачал, вот, 2 недели точно. Ну, где-то неделю играю. Ну, и то не каждый день, вот так вот. Когда есть... Прикольная игрушка, то есть, вот такая вот. Пинаешь, сидишь, собираешь, усиляешься. А жалко, что продолжения нету никакого. Этот разработчик делает... Ну, я, кстати, до конца дошел. 140 почти, 138 и .4. 30 тысяч результат. Нормально. Так, мы можем усилиться. Вроде как удар или скорость. Удар, да. Так, я сейчас покажу. Вот сейчас максимально попробуем собирать вот эти вот все... Я вот... Даже об стенку можно удариться. Так что надо... Он не прогружается, типа, лову. Типа, почему так они сделали? Зато вот сейчас с самого начала будем сейчас усиляться. Монетки подбирать. И все нормально будет. Так. Не надо вообще не на тот цвет нажимать. Надо на тот, который надо. Вот, вот. Оранжевый, хоба. Отлично, так, этот если ударимся, тогда... Ой-ой-ой, ну, конечно, конечно. Цвет меняется сразу, и все, сразу ты, you lose. Good game, конечно, good game. Так, мы тут усиляемся, когда вот максимальную энергию собираете. Ну да, конечно, здесь продолжения нету. Ну, где-то тоже дойду, наверное, до конца, если ударю со всей силы. Здесь надо много раз нажимать под конец. Прикольные вот эти вот фантики идут. Они даже не... Наверное, на супер мощном смартфоне будут прогружаться сильно вот эти вот фантики. Но, кстати, до конца дошел. Где-то до 300, наверное, будет бонуска, да? Нет, 296. Окей. Иногда бывает, что еще бонуски плюс 5, когда долетают вот эти вот кубики. Так, вот это вот самый изи режим вроде бы как-то. Тут именно надо просто максимально подбирать вот эти вот большие кубики. И вот это вот топчик. Топчик, видите, вы усиляетесь, вам скорость дают. Даже некоторые из-за бага, то есть игра недоработанная, сырая, наверное. Некоторые не добираются. Либо добираются, только не показывают саму анимацию. Надо максимально ударить. Опа. Заряженно ударили. Идеально. Полетели, полетели. Некоторые именно не долетают, вот скользя из-за скоростью и удара со всей силы. Она летит, просто скользит по этой полоске и доходит до бонуски. Вот, дошла и за каждый кубик плюс 5 дают, вот. Наверное, 300 набьем. Вот она вот под конец даже подгружает. Иногда даже у меня была одна погрузилась, а там, наверное, анимация максимум ждет 30 секунд, может быть. Вот, плюс 5, плюс 5. Там некоторые долетают, вот. Вот, видите, долетело, а плюс 5 не дали. Типа, эту игру не надо дорабатывать, чтобы пока сама вот эта картонка не долетит до нужного результата. Так, вот это такой красненький какой-то, оранжево-красненький, так. На пилы нельзя попадать. То это вроде бы логично. Цвет, кстати, меняется сразу потом, ясно. Вот залагало, вот, найс. Вроде бы почти новый смартфон, Xiaomi Redmi 8. А мощи не хватает. Вот здесь вот можно по 2 добирать сразу. Так, оранжевый, это значит здесь собираем, потом на одну плитку выше. Надо заранее смотреть, откуда вы будете собирать потом, вот так вот. А когда вы еще на бонуске, вам как бы вот эти все преграды, они отключаются, это вот плюс. Вот здесь желтый наоборот нельзя подбирать, потому что вы как бы сломаетесь. Так, красный, ну да, конечно, минус. Ну, конечно, минус там 10-ку всрал. Так, ну сейчас 300 набьем, потому что разные кубики, вот эти маленькие, они хорошо летят, а вот эти большие, слишком длинные, они скользят по полу. Не все долетают до максималки. Вот эти маленькие, они легко летающие, где-то 400 будет, да, бонуска, да, 410 даже. Может даже 450 добиться. Теории, да, 450 добился. Это даже хороший результат. Максимально набивал вроде 100 как голды. Сейчас будет, наверное, 63 тысячи. Лучший результат, вон там написано, 130 тысяч монет. То есть там большинство просто до бонуски долетело и все, и типа по кайфу. И вот так вот можно проехать. Ну, наверное, даже хорошо. Сейчас еще раз пойдем. Полетим, так скажем. Голду я не могу подобрать. Почему?
Не дорос или чё? Или чё? Ой-ой, ну конечно, конечно. Да проще вот так вот сделать. 45 голды получить. И next пойти сейчас просто. Вот сейчас по максималке попробуем собрать. Просто ни одну пропустить, ничего. Так, чтобы четко сделать. Так, ну вот этот цвет, да? Все хорошо, вот это красненький. Вот мне нравится, когда вот полоска идет, ничего не делаешь, просто ждешь и все собирается. Здесь вот так вот надо одну пропустил, блин. Опа, давай, 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 толпа по 4х, 4х. Вот часто попадалось бы вот эти вот 4. Я бы спокойно бы сейчас долетела, блин, до космоса бы. Так, пролетелось, ага. Тут вот здесь вот преграда надо, осторожнее быть. Не знаю, вот это вот, вроде вот этот цвет, вроде бы нет. Два цвета вроде разных было. Так, желтенький, собираем голду, и все, конец, уже 335. В принципе, наверное, набьем 70-ка, может, 70-ка. Потому что не идеально, там я некоторые пропустил. Глянем сейчас, как будет. Как игра сама задумает. Ну, 500, уже 500 есть, 600 есть. Ну, значит, 70-ка минимум набьем, то есть 70-ка голды. Сейчас может быть 100, потому что 715, еще бонуски долетят, где-то 10 штук. Ну, 755. 785, 95, 800, ой, по кайфу. Сейчас будет, наверное, 142x, это, наверное, 100к, это может быть рекорд. Но нет, до рекорда не долетел. Ну, потому что я не некоторые пропустил там. Фигово. Так, удар. Все, let's go. Ну, конечно. Хорошо, что умирает, нафиг надо. Хреново собирать, нафиг надо. Вот пилы, это хорошо, можно здесь, типа, дед сразу. Всегда вот наверх идите, потому что здесь... What the fuck? Я нашел баг в игре. What the fuck? Я говорю, вверх всегда надо. А тут, да, наверное... Лол, вы видели, наверное. Разработчик не додумал. Когда ты разработчик игр, и ты не дорабатываешь игру. Логика. Ой-ой-ой-ой, 4х. Крутяк, хоп, все собираем. Ну, некоторые даже не прогрузились. Ну, вы серьезно. Тролль за гейм. Так, желтая, потому что большие кубики, давай, хоба. Так, желтенькая, она вот здесь вроде бы как. Все, я вроде все идеально собрал. Осталось все добрать, и все. Так, по 3, здесь все вот это сейчас собираем. Так, ё-моё, минус. Я сейчас могу, кстати, всрать из-за этого. Так, оранжевый надо брать, потому что здесь побольше полоска. И надеюсь, хотя бы 100к еще. Ну, желательно, конечно. Что-то видеоролики долго добавляются, интернет слабенький. Так, полетели. Так, ну, 600 будет точно уже есть. 700 это вот под вопросом вряд ли, да? Да, потому что там большие кубики были, не, они не долетают, вот эти жирные кубики. 90к, ну, в принципе, неплохо. Голды 90к. Так. Ну, блин, конечно, не хватает. Удар тогда прокачаю. Чтобы все долетало. Надо скорость потом апать, потому что скорость, я думал вначале, что это, типа, она нафиг не нужна. Типа, why. А потом понял, что... Гнать залагала, кстати, вы видели? Когда запись, наверное, там вы все увидите. Там вот-вот-вот, на найс все не прогружается некоторые. Найс просто. У меня все найс. И у вас тоже, надеюсь. Хоп. Хоп. Это, ну, надо пропустить, потому что красненький, а у нас цвет оранжевый. Цвет настроения желтый. Так, ну найс, 275. Ну, очень много пропусков было и ненужных цветов. То есть, если бы все идеально было бы, там, по 4 линии собирать, когда у тебя усилялка, вообще по кайфу было бы. А так, максимум наберем также 90к. В лучшем случае. Сейчас, наверное. Из 400-500. Стоикс, ну 50к, серьезно. 74, ну блин, конечно. Ладно, придется усилять вот это. Скорость вообще 170к стоит, типа, здравствуйте. Ну сейчас мы максимально должны сейчас, давай, все будем собирать прям посерединке, чтобы ничего не забагалось, будем удерживать. Давай, собирайся. Ё-моё, какая скорость, вы видите? Почти 200, да? Ну, 146, нет, не 200, это почти 150. Ну, надеюсь, долетят. Из-за удара, скорости. Вот кажется, вот эта вот анимация, когда... Кажется, что она, наоборот, назад идет, а там, видите, по возрастающей идет коэффициент. Как в этих рулетках всяких. CSGO там, Dota там.
200. Ну, блин, мало будет. Бонуску тут соберу. Нельзя, через 2 часа только. Окей, 261, нормально. Ну, мало дают. Ну, за легкий режим, тем более, ну, нормально. 90, это бонусный уровень получается. Пойдем, все, last раз. И надеюсь, здесь будет все прям хорошо, прям. Прям все. Мне эти монетки не нужны, я их, типа, лучше так нафармлю. Желтенькая. И не 4 полоски хотя бы, изи режим был бы, там, к примеру, 3 полоски, хард режим 4 полоски, супер хард, я не знаю, овер много. Вот здесь иногда бывает, вот, тронешься и все. You're dead. И вот здесь тоже. Ну, вот это бесполезные цвета, вы, серьезно. Фиолетовый, ну, what the fuck. Красный, если выпал, лол. Вот здесь вот желтенький, и там в конце, хоп, резко. Как вот этот вот игру сейчас я добавляю, видео, как он там называется-то? Bad Blade, да? Фантастика. Он обрабатывается, сейчас добавится. Можете на ютубе посмотреть. Даже ссылку, наверное, в описании оставлю. Вот. Там что-то картинка не загрузилась. Получается, загружается сейчас. Вот, можете послушать там. Если будет звук. Слышно. Вот, как я... там игра прикольная, то есть там столько монет, будем копить на скорость тогда. Я хотел последнюю сыграть, что-то еще хочу сыграть, потом я сам же знаю, потом видео долго добавлять, 3-4, интернет слабенький. Оп, вот это вот прикольный тоже режим, но я ударился об одну вроде бы как, и все, здесь вообще надо все пропускать. Блин, не успел. Реакция уже все. Уже пожилой, уже реакция не та. Так, желтый. Так. Хотя, отлично, очень отлично. То есть, ой-ой-ой, плюс один, сюда. Сюда 333, нормально. Сейчас даже пропаем скорость и проверим вообще, как будет. Идеально сделали. Не фантастично, а идеально прям. Тютельку в тютельку. Наверное, если один это ужасно, либо плохо. Медленная скорость. Ой, тут даже аж как порталы так замигало, прикольно так. 50к, ну чё так она, чё-то быстро. Там написали вообще минус 130к, what the fuck. Мне ещё не хватает 20к, окей. Ну, это, ну точно 20к набьём. Так, колда. Ну, красный, давай, пока дай красное, чтобы всё нормально было, нормально. Вот это вот хорошо, когда вот ничего не делаешь, просто сама собирает, видите, 4 штучки. Ай, блин, залагал смартфон. Snapdragon 439 все-таки не тащит. Хотя он, что там, недавно выходил, года 2-3 назад. Ой, ну чё ты, я же оранжевый брал. Либо я повернул из-за этого. Ну, найс, Game of the Troll. Ай, всего лишь 300, 302. Фантастика. Не идеально, там одной микроскорости не хватило. Давай, можно быстрее пропустить? Типа, еще надо сделать, чтобы пропуск. Зачем вот это ждать, эту анимацию? Так круто там, поначалу, но потом она надоедает, на самом деле. 600. Хоп, 662. Нормально. Сейчас скорость пропаем. Давай. 700, давай. 707. И... Столько. 105 тысяч. Ну, по логике, 100... 150... 150-60? Не, 15-60 или как? 115-60. Вот, 15-60 будет. По факту. Блин, ну Настя там все пропустил. Гейм... И тут нету вот этих сборщиков. Только вот здесь я соберу чуть-чуть. И здесь. Настя. Усиление тоже было. Типа, усилие, когда... Вот этот энергетика, энергию подкапливаю, чтобы она тоже загружалась. А то как-то тупо получается. Видим, тут добавляется. Осталось еще, чтобы полетел. 290. 400 и 500. Ну, 500 добейся, 45. Не добивается, окей. 68к. Голды. Ладно, на этом мы будем заканчивать видеоролик. Если понравился, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.
Ну, без разницы, ставьте лайки, дизлайки, так и так. Это хорошо продвигает канал.